просто повезло. Первый раз, когда девчонки выигрывают в каком-то конкурсе. Ну, это вам, чтобы вы в лайк сняли на миллион. Вот это сюрприз. А, да. Спасибо большое. Она знает уже. Она даже без слов уже знает. Как давно не виделись. Ну дай она тебя поцелует, дай поцелует. Она соскучилась. Давно не видела. Тебе еще дали? Зачем столько? Для книжки. Ну она, наверное, франков 15-20 стоит? Нет, 5-10. Нет, я думала, франков 15. О, это какая-то это. Смотри, трогаешь, она я такая знаю. Шершавая. Слаймики отдала? Да. Сколько мне заказывают? Еще там заказали? Еще мальчик сказал, что он после каникулы на ребенка еще один заказывает. Угу. А который ты яблочко сделала? Яблочко. Тихо, тихо, тихо. Каролина, я сама это буду надевать. Все, идем. Бонни готова? Да. Да, сними ты вот Бонни эту ей. Готова. К ней скоро приедут костюмчики. Мы заказали ей такие костюмчики. Да. Бонька, подожди, я тебе развяжу. Ну как? Такие прикольные костюмчики, да. Тепленькие. Для... Давай, Бонечка, выходи. Вставай, вставай. Вставай. Нацепили тебе эту тряпочку. Пойдем. Мама. Все, готовы? Пойдем. На ручки-то не надо, она сама умеет ходить, Каролина. Перестань ее таскать. Смотри, мама. Бэйбик. Да, бэйбик. Иди обувайся сначала, ты не обутай. Бэйбик, бэйбик, пошли. Мами. Кто там пришел? Здравствуйте. А ты что, сегодня с пеником ездила? Да. А вам разве можно? Да. Можно, точно? Потому что мальчик из нашего класса, он всегда с пеником. А, только нужно шлем обязательно, да? Угу. Понятно. Мы на улицу собираемся. Ты пойдешь? Наверное. Тебе нужно заниматься? Угу. Опять французский? Угу. Когда у тебя тестирование? Или уже было? Ну, на этой неделе будет? Да. Мама, мама. Что тебе нужно? Вот это вот надо мне знать. Слова? Угу. Что ли? А! Ой! Боишься, сейчас она убежит? Кто? Бонька. Марка! Где там кися? Ну-ка. Где киса? Нет, 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 я тебя не отпущу, а то ты убежишь, а ты у меня без поводка даже сидишь. Нельзя кису. Да что ты говоришь? За кисой хочет побежать. Че, пошли домой? Бончик, за кисой нельзя бегать. Что, дождик капает, да? Да, мы на улицу вышли, дождик капает. Немножко капает. Ой, осторожно, тут такой слизняк, смотри. Да, и там. Ничего себе. Вот это слизнячки. Смотри, чтобы Бонька не съела. Нет, ты их еще никогда не видела? Ой, они после дождика повылезали. Смотри, чтобы она не съела. Она вон нюхает, нюхает. Пойдем, Бонь, пойдем. Мам, пойдем, Бонь. Не раздавите их, противные такие. Мы не пойдем. Вон, чуть на лапку тебе не наступила. Сейчас она в туалет, наверное, сходит или что. Здравствуйте. Мы в гости к вам пришли. Как вы тут поживаете? Кушать приготовила? Почему? Я думала, ты кушать готовила. А чем ты занималась? Кушала, да? Девочки, да! Вам посылочка пришла, долгожданная. Девчонки участвовали в конкурсе на канале Усаадат. Да. И как-то
случайным образом просто повезло. Первый раз, когда девчонки выигрывают в каком-то конкурсе, потому что они всегда участвуют и не выигрывали, да? Да. Еще никогда первый не выигрывали. Конкурс, да, первый раз. Выиграли. Первый раз конкурс, в котором они выиграли. И Саадат. Да, Саадат там разыгрывала школьную канцелярию. Я боюсь открывать. Ну давай я открою. Все, открываем? Да. Так, это точно с Испании? Да. Да? Вот это сюрприз. Это любимые чипсы Ксюши. Вот это сюрприз. Спасибо большое. Обалдеть. Здесь, оказывается, не только призы, которые девочки выиграли. Здесь еще и подарочки. Я в шоке. Спасибо большое. Вот это сюрприз. Это что такое? Я как раз вижу. Какая красота. Я что-то не пойму. Вы что выигрывали? Это точно Саадат отправила? Здесь еще один. Я вообще... Мама. Что? Это не приз. Конфеты. Вот смотри. Это еще одна. Мама. Которая тебе нравится. Печеньки, шоколадки. Целый пакет. О, боже. Угу. Мам, вот это да, вот это мам, да, я... вот это да. Это... Я просто. А это уже выиграл. Да, это то, что вы уже выиграли. Рюкзачок, какой красивый рюкзак. Это мне. Кармашек. Как леопард, только зелененький и розовенький. Это маркер, да, я помню. Я помню, как она показывала этот маркер. Пенал. Ой, какой классный. Ой, какая милая. Это карандаш. Зайка. У меня это голубой. Красный-синий. Красный-розовый. Так, здесь еще карандашики. Ой, какие маленькие карандашики, фарбы. Угу. Прикольно. Тоже, да, такая щеточка, да. Резиночка, тоже помню. Угу. Круто. Карандашики. Фломастеры. Угу. И тетрадочка. Угу. Вот клеточку. И папочки, да? Да. О, круто. Маленькая и большая. Угу. Супер. Это ну, спасибо большое. Вот за вот это вот отдельное, да. огромное спасибо. Просто... Обалдеть. Я обожаю вот это. Я обожаю это нуга. Вот это. Нуга с орехом. Я поэтому смотрю, думаю, что-то коробочка, коробка сильно большая, да. для этого одного рюкзака и канцелярии. А это самые любимые чипсы. Да. Ксюшина. Ксюша, мы приезжаем в Испанию. Ксюша, Доритос, хочу Доритос, потому что у нас здесь такие... У нас продают такие? Нет. Нет. Да, раньше. Да. Раньше у нас продавали, да, сейчас такие. Ну, маленький пакет. Да, а тут прям целый пакет большой. Девочки, вы не убрали здесь ничего? Нет. Почему? После этой посылки... После этой посылки у нас еще одна посылка. Я не знаю, что это такое. То ли я уже не помню, что я заказывала. Или папа что-то заказал. Может быть, сейчас папа что-то. Че? Это же... Это хлопушки. Хохушки. Хлопушки. Вот они. Я 5 штук, по-моему. Да, 5 штук. Сейчас я лопну. А раз, два, три. Не надо. Нет, не надо, я не хочу пылесосить. 5 штук я взяла. Партию будем снимать видео. Ну это вам, чтобы вы в лайк сняли на миллион. Ну не все, конечно, потому что я тебя еще на день рождения оставила. Ну по одной, да, и 3 на день рождения оставим. И папе оставим на день рождения. Мама, да. Да, это я с H&M заказывала. Сейчас так хорошо, можно дома сидеть, заказывать, никуда не идти, не покупать. Да, это Макс. Продукты, заказывать. Я не знаю, кому там, что там, в общем... А это?
Это что, черное? Подожди, Макс. Это нужно разворачивать, смотреть по размеру. Давай, подожди, вот. Подожди. О, это Каролине. Это... 5-6. Макс. Это Максу 5-6. Да, это Максу. Там по номеру нужно смотреть. Это 10-11. Это 10-11? Какой номер? Подожди. Вот здесь надо смотреть. 146 это Маргарите 146. У тебя вот это вот у тебя. Это мне. Это Каролина. Вот 140 твое, это Каролине, да. А я хотела Мини Мауса. Я хотела Мини Мауса. Вот это тоже тебе, Каролин. Это мне. 140. И это тоже тебе штанишки. Да? На, держи. Это тоже штаны. Это тоже тебе, по-моему. Я не знаю, кому. В общем, там по размеру я вам одинаковые взяла. Видишь, 146. Потому что меньше не было. А это что? Бончика, тебе ничего, Бонька моя. Это вам на... Ты же говорила, что вам нужно на спорт штаны. Да, вот да. Штаны на спорт. А вот ты здесь, это еще. И это? Да, это тоже еще на спорт. Это мне? Моя! Это на какой номер? Это 140, это тоже это, тебе. Это Макс. 6-8, это Макс, да, по-моему. Ну-ка, покажись. Нормально как раз? Да. Ну, чуть-чуть длинновато, но пойдет на вырост. Красная. Все? Все красное. Вот это вот она как туника получается. Меня другая. Угу. У тебя желтая. Это вот подходит к этому. Потому что такого меньше размера не было. Ну, в общем, я купила на Маргариту. И того тоже не было маленького размера, желтая. Вот это с надписью. Да. Не было. Ну, получается, тебе на вырост немножко. Но она с лосинами. Как раз вот с этими желтыми. Я завтра так пойду. Доели? Да. Мы уже поужинали. Макс почему-то после ужина захотел еще хлопья с молоком сверху. Да? Ты не наелся, что ли? Нет, не наелся. Странно. После картошки с грибами... Молоко с хлопьями. Да? Чем занимаетесь? Мамита хочет туда наклейки наклеить. Они не отклеятся? Да. Да, отклеются. Ну, а чем нужно их приклеить? Нет, нет, если когда ты сама отклеишь. Ну, так они отклеются. Папочка твоя. Да. Марго? Ваш. Ничего. Ой, какой жирафик миленький. Угу. Мама. Так много. Мама. У меня есть мама. Угу. И все. Больше мне ничего не надо. Здесь тоже есть Хэллоуин. О-о-о. Прикольно. Хэллоуин? Да. Подожди, вот здесь сзади. Вот. А, вот я видела. Это Каролина, да? Много еще осталось у вас наклеек? Ну, Каролина, да. Нам еще 19. А Каролина 64. Ты будешь меняться? Да. Вот карточки. Такие вот они вот. Наклеечки сюда приклеивают. Подожди, ты написала, какие тебе не хватает? Вот столько нам нужны. Не Маргарита, а только Максу Кулине. Уже скоро спать, а ты ничего не выучила. Завтра у тебя тест? Принеси, да. Принеси мне компьютер, пожалуйста. Время 8, Маргарита. Ну, до 5 можно. Угу. Да, ну вот так. Это правда. Они сначала ноют, говорят, ой, я ничего не знаю. Это сложно, мне французский, я еще не знаю, как писать правильно эти. Ну, ты позанималась же. Когда Бонька спала, ей нужно смотреть сначала цветочек, потом папа. А где Бонька? Солнышко, мама потом упадет. Бонюсик, Бонюсик, иди сюда. Иди сюда. Бончик? Бонь. Где иди сюда, Бончик? Иди сюда. Ой, Бонни. А сейчас, когда Бонни. Ты придешь, как она выйдет. Пойдем, Бончик, иди сюда, давай. Подожди, она сама выйдет. Блин. Давай сюда, ползи. Ой. Бонь, давай. Она не хочет выходить. Это обезьянка такая пушистая. Ой. Не хочет выходить. Пойди. Она, по-моему, у нас подросла. Мне так кажется. Или кажется. Ну, не знаю, мне кажется, что она подросла. Сколько уже недель прошло? Недели две прошло, да? Она у нас... Осторожно, за лапки не тяни сильно. Бонюсь, ты команду дай какую-нибудь.
Она знает уже, она даже без слов уже знает. Ну, видишь, она без слов знает уже. Она уже знает, что ты будешь просить у нее. Я сегодня ее опять чесала. Она опять рычала. Опять она рычала, ей так не нравится. Посмотрите на вашу попочку. Наверное, ей очень жарко. Ну, я, наверное, то, что думаю, что ей жарко. Потому что они такие же волосатые и пушистые, поэтому ей... У нее своя шерсть, плюс еще там. Теплая кроватка. Надо ее побрить, потом она точно будет в кроватке. Нет, нельзя. Нельзя. Можно немножко подстричь вот эту вот верхушку срезать. А так... Нет, ее нужно в парикмахерскую. Пончик там. Парикмахерскую 100. Че, моя золотая девчонка? Купишь такие для дома? Нет. Ладно, все, давайте, я уже устала. Мы будем спать, ребят. Все, день у нас закончился. Один день у нас влог не вышел, потому что не получилось снять до конца влог. Поэтому этот влог, который сейчас выйдет, он у нас из двух дней состоит. Потому что вчера снимали и не закончили его, поэтому один день пропустили. Угу. Все, давай, пойдем, Каролина. Носки вон там висят на балконе, я их сушила, постирала. Ладно, все, мы будем укладываться спать, всем пока. Мне еще видео монтировать. Все, всем пока, ребятки. Пока. Давайте собирайтесь, чтобы через 5 минут уже спали. То есть не спали, а уже лежали. Так, вчера. Вчера вообще бы 8 часов еще не было уже спать. Калиночка, пойдем зубки чистить. Все. Все, пока-пока.